Тут, в общем, Инстаграм сам решил, что уже что-то слишком много по времени, и мне очень жаль, что некоторые сообщения я просто не успела прочитать, потому что Инстаграм сам мне сейчас просто вышел из сторис. Я прошу прощения, чьи сообщения я не прочитала, так что можете писать мне снова, потому что у Инстаграма есть определенное время. Раньше он давал какое-то время, здесь вот шло, типа, у вас осталась минута, а тут он мне ничего не дал даже, никакой минуты, просто взял и вырубил эфир. Нормально? Передаю привет Мура Дордей. Вам привет. Вот, у меня здесь осталось кое-что. Блин, обидно, что я не прочитала сообщение, я вообще так очень не люблю делать. Я стараюсь всегда всем ответить. Обруч — это зло, выбросьте, не надо вообще никогда. Чего я люблю на завтрак? У меня есть видео с завтраками с моими любимыми, всегда все разное. Привет, Баку. Вот, Сашка взял обычный хлеб себе, и я его сейчас порежу и уберу в морозилку, оставлю ему несколько кусочков, он сам попросил. Мы сейчас храним в морозилке, потому что хлеба мы едим довольно мало, и он просто портится, а в морозилке он не портится, это очень классно. Хватит меня спрашивать, почему я больше не рожаю. Я не хочу рожать больше. Хватит меня об этом спрашивать. Не все женщины хотят рожать кучу детей. Так. Как избавиться от целлюлита? Массажи, тренировки, активный образ жизни. Так, это вот у меня как раз я говорила в том эфире, который уже, кстати, сохранила, что буду делать ПП-обеды, и там же будет ПП... Какие-то ужасные тут звуки у меня. ПП-роллы, поэтому вот купила. Ай, что он тут лежит такой? Так, что? Ой, спасибо. В моем телефоне что? Вам правда интересно? Такие видео никто не смотрит, никому не интересно. Так. Кускус при похудении. Ну, я не ем кускус, не знаю. Обруч ничего не делает. Поприседайте лучше, хватит. Обруч не помогает. Обруч только делает вам талию, как у мужика. Взяла вот такие вот, это голубика, Сонечки, я сегодня взяла, она не видела, ну, мне так показалось. А потом такая подходит: мама, ты мне взяла вот эти вот мои любимые ягодки, да? Так прикольно, так мило. Вот так, мне Юлька тут вчера все уши прожужжала, приходили к нам в гости, и она такая: вот, я попробовала вешенки, они такие вкусные, прям такие грибные, прям очень здорово с ними там все делать. И, короче, повелась, вот, купила вешенки. Вообще, вот меня тоже спрашивали, как к грибам отношусь. Хорошо, просто едим мы довольно редко их, не знаю почему. ПП-тортики, сладости? Нет, мы вообще не любим сладкое, поэтому не делаем. Тейк. Бросать ПП? Зачем? Бросать свое здоровье? Ну как, вы собираетесь бросать свое здоровье? Нет. Потянуть кожу, тренировки, ПП и эти, что еще? Массажи, скрабирование. 2 литра воды. Это все в том эфире было. Кемерово, привет! Ой, спасибо большое. Марафон. Да я и сейчас тоже ем. И когда худела, и сейчас ем где-то 4-6 раз в день. Турция, привет! Суп единственный ем, он будет у меня как раз-таки скоро в покупках. В покупках у меня будет суп, отлично, уже все, просто заговариваюсь, уже устала, да, конечно, надо. Так, взяла лосось, вообще у меня есть горбуша, просто мне к завтрашнему дню надо срочно засолить, чтобы завтра срочно уже снять и выложить вам уже видео про ПП-обеды. Поэтому вот купила, сейчас засолю быстренько, чтобы к завтрашнему дню были готовы, потому что горбушу еще размораживать просто не успею. За 2 месяца ушло 5 килограмм. Что делать? Очень хорошо ушло у вас. Нагрыли вешенки бомб. Ничего себе. Слушайте, надо попробовать, спасибо. Кальмары редко готовлю. Нижний Новгород, привет. Так, в дождь, конечно, не бегаю в дождь. Вот, опять закашлялась. Так, что у меня тут еще? Вот, это просто камень раздора и всего такого. Я очень редко ем творожный сыр, но я его добавляю обязательно в роллы и обязательно в какие-то ПП-буррито. Без него просто никак. Ну, просто никак. Я понимаю, что это не супер-мега-ПП,
но без него никак. То есть замены творожному сыру нет. Можете брать любой фирмы, но в моем понимании, вкусовом и практичном, чтобы все это склеивалось, ну просто, чтобы было красиво как-то, да, то есть чтобы роллин все заворачивалось, чтобы было вкусно, я считаю, что замены нету. Срывы, когда они у меня были, я не худела, так что бросайте уже свои срывы. Так, ну я потихонечку буду сейчас заканчивать. Вот это вот, кстати, яйцо не спонсировано у меня тут ничего, если что. Сашке очень понравилось, он, запомните, вот это вот волжское, 20 штук. Я специально, я в видео рассказывала, что у нас вот этих вот штук, две, вот видите, вот раз и два, то есть тут только 20 штук вмещается. И я сейчас 30 не беру, потому что иначе они просто валяются по всему холодильнику. Я беру сейчас 20, как-то взяла ему вот такой вот в тот раз, первый раз в жизни, отборные, они, ну, такие большие, нормальные, вот, и, короче, Сашка сказала, что у них очень вкусный, плотный, такой насыщенный желток, то есть он говорит, бери мне теперь только такие. Все, я пошла, в общем, мне нужно покормить вот этого вот черного, вот этого черного, хороший ты мой, вот. Да, индейка тоже очень классно, конечно, да. Крым, привет! Очень хотим к вам. Приготовьте что... Ну, из креветок я часто довольно делаю, там, салатики там всякие. Вот, из кальмаров... Ну, кальмары я просто... Я как бы их ем, но не могу сказать, что это прям мой любимый продукт. Ну, что ты как... Вот все мужчины как дети, согласны? Это же просто какой-то ужас вообще. Это же... Ты уже, это... Почти седой. Все играет. Хороший мой мальчик. Я животных люблю. Кого я люблю? Ты чего? Морды пушистые. Обожаю животных. Вот, ну ладно, давайте я уже, наверное, буду как-то заканчивать. Чуть-чуть сейчас уже и попить хочется. Мне все время хочется пить. Я когда больше получаса там что-то говорю или там что-то делаю, я все время подхожу, потом пью. Ну, потому что прям, не знаю, хочется пить. Вот, так что... Самим, конечно, можно, я и так это делаю всегда. У меня буквально недавно было видео про засолку рыбы, мою самую любимую. Я добавляю мало соли, сразу съедаю, это вообще просто бомба, очень вкусно. Так что спасибо вам большое за ваши отзывы, за ваши отклики, за то, что вы мне пишете, за то, что комментируете. Я, правда, очень вам благодарна за то, что вы, в принципе, со мной. Это для меня самое важное. И ваши слова, как я уже сказала в том эфире, это самое-самое для меня важное. Я, правда, вас очень люблю. Я, правда, болею за каждого из вас. Я, правда, готова просто помогать и что-то рассказывать, что-то делать для того, чтобы вы становились лучше. Вот, так что это очень круто, что это все не просто так, и я действительно кому-то помогаю. Для меня это самое важное. Так что я вас очень люблю. Уже скоро, завтра, кстати, выходит видео, как Саша готовит глинтвейн. Это единственный, наверное, напиток, где Саша добавляет чуть-чуть сахара, и это нормально, потому что мы глинтвейн пьем раз в год, наверное. Вот, и там Саша, кстати, покажет, как он очень-очень вкусно делает глинтвейн. Так что приглашаю вас всех завтра с 6 утра и дальше, естественно, на канал на YouTube. Посмотрите. Ну, а я с вами прощаюсь. Все. Хороших вам выходных, остаточков выходных. А я пошла все это теперь разгребу, положу. В общем, все. Люблю, целую. Пока.